Всем привет, уважаемые зрители, с вами Такс и Кофе Вайт. И сегодня я открываю кейс, но не в CS GO, а в Антернеде. Всем привет, друзья. Сегодня я решил испытать свою удачу на новогодних, подарочных, фестивальных каких-то подарках. Они так называются, в общем-то, эти кейсы. И к ним не нужны ключи, просто купил за 40 рублей один сундук и просто его открываешь. Поэтому я купил 20 штучек. И это, давайте. Конечно, круто. Отсюда, смотри, могут выпасть вообще прикольные, на да. самом деле, вещички. Давай вот просто не будем смотреть, какие прикольные вещички, пускай мне выпадает самая офигенная пушка, очень дорогая. А прикинь, сейчас что-нибудь красное выпадет. Оно вот по-любому выпадет. Но выпадает мне пока что топ. Костюм. Нет, это у нас костюм снеговика. Да, это снеговичный швейный костюм. Надеюсь, он сделан из снега. Но мы можем его сразу одеть, проверить. Впрочем-то, он ничего нового нам не привнес на нашего персонажа, как он выглядел, так он и остается выглядеть. Так, давайте снова зайдем и откроем так, какой-нибудь будет. Еще сундук. Давай третий. Вот, давай. Инспектируем погнали. Его и открываем. Погнали. Надеюсь, что сейчас вот что-то хорошее. Вот просто плес. Давай, красненькое. Ох. Вот прям, вот видите, вот прям вот на красный. Ну ладно, это было близко. Кстати, ну, сейчас... ну, кусает, она ну, красивая, красиво. Она новогодняя, да, и очень красивая. Поэтому этот свитерок я сразу одеваю. Так. А вот я, кстати, когда открывал кейс, я собрал почти чисто костюм этого снеговика. А, слушай, куда-то пропал. Ну, какие-то баги происходят, малёх. Но ничего страшного. Открываем следующий сундук. Что же у нас может выпасть? Пожалуйста. Ну, хорошенькую пушку. Стой. Нет, тут не красно, но выпадает, смотри. Ну да, нормальный. Выпадает. Шарфик выпадает, ребятушки. Сразу интересно, сколько потом эти пушки будут стоить? Ну да. Пушки. Где ты видишь здесь оружие? Слушайте, ребят, это привычка, это реальная привычка, я не знаю. Вот я сейчас открываю кейсы и пробую вот реально испытать свою удачу в Антернеде. Смотрите, выпадает пока что такого сомнительного и нормального качества, но вот красненькое, если пойдет, ой, как будет замечательно. Прям вообще, ребята, это за 20 сундуков должно, но синева прикатывается, и прикатывается какая-то хрень буквально-то. Это, скорее всего, будет бензопила. Да. Это какое-то супер оружие, которое все время попадается на каких-то заброшенных химзаводах, что-то, ну или ну, как-то. Да. Пушка такая, но выглядит она все равно по-новогоднему, и новогоднее настроение она нам, конечно же, добавляет. Ух да, ты! Да. Праздник как нам приходит. Ну опять. Ну хотя бы вот это выпало шляпа. Это было бы так офигенно. Ну красная, знаешь, так близко пролетает уже какой раз. Это да. Ох, ну конечно здесь все сделано под контроль, даже по цвету качества, это, конечно... Я не знаю. И выпадает так. Нам что? Давай хотя бы бензопилу. Да, пускай будет бензопила хотя бы. Нет, стоп, тут выпадает нам. Смотри, так. Просто. Как же это было близко, а? Блин, ну всерьез, ну почему? Почему? Кого я должен здесь просить? Чтобы не выпало. Нельсон. Вот. Давай, Нельсон. Лесли Нельсон, давай. Давай, пожалуйста, давай, выпади. Давай. А сейчас реально прикинь, выпадет. Ты попросил, у тебя реально выпадет. Смотри. Ну, что? Что я могу по этому поводу сказать? Выпадает нам синяя бензопила. Открываем следующий сундучок. Капец вообще. Ох, ну хотя бы они не стоят здесь по 170 рублей, еще ключи к ним не нужны. Это да, вот это самое главное, друзья, что они здесь дешевые, поэтому открывать их не так дорого и приятно. Ну, блин, хотя бы штанишки красненькие, было бы по моде, ребята. Но не выпали. Ничего страшного, у нас еще очень много сундуков, которые мы можем открыть. Подарочные, точнее, наборы. Не знаю, как их назвать, вот серьезно. Это то ли сундуки, то ли что это. Блин, ну пожалуйста, ну плес. Нет, ну хотя бы белые штаны хотя бы, пускай. По моде, чтобы было как бы. Верно. Модный приговор с первого канала уже одобривает данный вид моего персонажа. В принципе, мне нравится. Да, модник. Я больше здесь не за цены, а больше из-за красивых вещей. Ну и, конечно же, из-за красной пушки, которую я должен дропнуть. Тут цены-то вообще почти никакой нет. Эти пушки, опа. Точнее, одежда, она дешевая вообще. О, как хотел, так и прикатилось, но хочу красную. Опа, смотри-ка. Да. Сразу здесь надевай. Ну, сейчас, потом мы, ребята, оденем, выберем все. Пока что мы открываем сундуки, которых еще, на самом деле, очень много остается. И... опять же, синева. Да, блин. Она уже, а эта пушка мне выпадала? Это же пушка все равно, бита это оружие. Я могу назвать ее пушкой, потому разве что любое... бита была? Бита, да, вроде была. Нет, по-моему, ее не было. Вон, у тебя одна только, видишь, в инвентаре. Очень странно, ребята. Вроде как прикатывалась, или перекатывалась она, что-то я не помню на самом деле уже. По-моему, скорее всего, перекатывалась уже, да. Ой-ой-ой, нет, красно не так близко здесь на самом деле, еще пару слотов.
Жалко. Вот сейчас, да, сундук какой-то, вот это опять пушка выпадает. Так, какой же... Вот, Олег, давай выбери, какой из этих сундучков ты хочешь открыть. Так, давай в третий ряд, ну, то есть последний самый ряд и, то есть, последний самый вот этот. Да. Давай, давай. Он тебе прям так глаз намазолил, и надеюсь, он тебе намазолил его очень удачно. Пожалуйста, пожалуйста, смотри, пожалуйста. Повезет, отвечаю. Сейчас пожалуйста. Ну, как сказать? Выпали опять штаны. Штаны нам выпадают, ребята, штаны. Ну, знаете, у нас еще много кейсов, поэтому как бы еще есть возможность, что нам повезет. Да, конечно. Вот нельзя выбрать знаки вопроса. Знаки вопроса, да. Что ты хочешь от меня? Зачем тебе оно нужно? Ну, мне оно... Да ямба. Вот смотри, если бы ты... Вот, ну... вот смотри, если ты хорошо себя вел в этом году, то тебе обязательно... Точно, мне же... Я хорошо себя вел в этом году, вы чё? Конечно, хорошо. Если вы, ребята, тоже хорошо себя вели в этом году, и вы хотите замечательный подарок на Новый год, ставьте большие пальцы вверх, лайки. Вот я зайти. Ну и каждый ваш лайк увеличивает шанс на то, что мне выпадет хорошее. Что-нибудь сегодня. Давай, остановись. Блин, смотри, а? Нос выпадает, этот морковик. Морковочка нам выпадает, ну пускай. Как Буратино вообще, теперь я. Да. Слушай, это и причем нос вырос после той фразы, когда я сказал, что хорошо себя вел. Как ты это взаимосвязано? Да, это. Крутится рулетка, останавливается нам не конфетка. А, к сожалению, друзья, выпадает нам опять. Нет, фестивальный топ. О, смотри, этого еще не было сегодня. Окей, еще 4 сундучка, ребята. Что же из него может выпасть? Мы смотрим и надеемся. Рулетка крутится медленно, это означает то, что выпадает уже синее качество. Самое дешевое. И опять то же самое, это уже начинает меня раздражать. Самая популярная вот попушка из кейсов, ну, именно популярная она для тебя по выпадению, самая частая. Она начинает тебя автоматически раздражать. Ну, это да. Ну, пожалуйста, давай вот эту вот замечательную звездочку. Rare Holiday, давай. Айтем, давай, пожалуйста. И что-то дает мне знать, что нифига нет, не так. Нет, это даже не близко. Это но было на самом деле близко, но тогда, единственный раз. Так, два сундука. Ну, еще что, последний друзья, сундук у меня в инвентаре есть? Давай. Надеюсь, пожалуйста. Давай. Как-то быстро крутится. Тормози как-нибудь. Ну, не на синий же, ну. О. Рядышком очень, блин. Да, и, блин, ну, прям, знаешь, затаили уже такой дыхание. Да, я уже думал, что она докатится, но она не докатилась. И давайте, последний сундук из новогодней коллекции. Надеюсь. Давай. Ух ты. Ух ты, как весело-то все получается, ребята. Выпадает белая шмотка нам. Ну и, пожалуйста, ребята. А этот нужно купить ключ. Ключ, я поэтому захожу, покупаю ключ. Расчет. Я его покупаю успешно. А вот сейчас, прикинь, из этого тебе выпадет реально что-нибудь красное такое. Вот здесь реально, ребят, пушки, они причем очень тонко намекают нам на взаимосвязь и пасхалят нам на КС-очку. Во-первых. Да, вон, ну, смотрите, ножик градиент. Ну, там гол, давай, посмотрим. Вот смотри, сейчас выпадет тебе оружие, я тебе скажу, какое это оружие в CSGO. Это градиент, револьвер. В принципе, должен радоваться. Нет, это не револьвер, это, по-моему, Desert Eagle пламя, если быть точным. Это не револьвер, это не градиент, это Inferno. Ну, оно, видишь, под револьвер сделано, а если с револьвером сравнивать, то лишь два скина, по сути. Да, это фейдовский. Ну, ребята, повыпадали нам хорошие такие вот 4 вещи фиолетового качества. Почти, ребят, почти вот красненькая тогда докатилась. Спасибо, ребятушки, что смотрели данный ролик. Открывание кейсов в Антернаде. С нами был Coffee White. Подписывайтесь на каналы. Ставьте лайки. Пока.